действительно события мирового масштаба, даже если это буквально несколько нот. Уже в 2000-х годах в одной частной коллекции в Европе был найден альбом. В 19 веке было популярно, когда собирали светские компании, просить именитых музыкантов, художников, писателей записывать в семейные альбомы некие пожелания посвящения семье. Если это художник, это зарисовка, если это композитор, это небольшое произведение. И вот спустя 150 лет нашли листок из альбома Иоганнеса Брамса. Есть ноты, его издали, и это в дальнейшем, что тоже говорит о невероятной памяти композиторской. Спустя много лет он использовал эту мелодию в средней части своего волторного трио, но это невероятно любопытно, что спустя сколько лет выяснилось, что она существовала как отдельное произведение, которое было неизвестно и утеряно на протяжении стольких лет. И сейчас его для вас сыграет Александр Ключко. Тебя.